Здравствуйте, зрители, гости и подписчики нашего канала. Сегодня я снимаю видео о том, как я делаю сок. И сок, представляете, из вот таких вот ярких оранжевых помидор, как маленькие солнышки. Покажи помидорки. Мне, конечно, как всегда, помогает мой муж. Я уже очистила кожицу. Я делала сок много лет через соковыжималку. У нас была такая соковыжималка, которая за 5 минут в ведро превращала в томатный сок. Но этот сок мне не нравился, потому что там шкурки, не нравился он мне. И я уже давно отказалась от этого способа. И начала его тереть через сито. Этот сок мне приятно пить. Он для меня очень вкусный. Чистенький. Не противный. Во всяком случае. Поэтому я стала вот так его готовить. Конечно же, для некоторых он покажется очень муторным, долгим. Ну, в конце концов, это же не массовое производство. Ну, сколько вот сейчас я тут закрою? Ну, 4, ну, 5 литров. Ну, за 5 литров сока, вот, в данный момент, я, наверное, не сильно устану. Поэтому я так и закрываю. Кому не нравится такой способ, то вы не делайте. Мне нравится из-за того, что он очень чистенький в стаканчике. Ну, приятно пить, я уже сказала. Теперь, что я хотела сказать. Пока я чищу помидоры, я хотела сказать следующее. В субботу мы сняли с мужем видео о наших покупках, ну и, естественно, немножко о нашей жизни, комментарии, о том, как нам пишут гадостные комментарии. Немножечко эту тему затронули. И вот, что хочу сказать. Он, когда открывал видео, я его просила, говорю, не ставь, не хочу. Но он его открыл. Я не подходила, не смотрела, что, как. Видео я больше не пересматривала. Но когда я подошла и увидела, какая была там масса комментариев добрых, вы не поверите. Я начала плакать. Я такая сентиментальная. Я фильмы смотрю, плачу, я так радуюсь за людей. Ну вот. А тут я начала плакать от того, сколько вокруг добрых людей. Не перевелись они еще, в конце концов. Нужно верить в доброту. И добрые люди потянутся к тебе. Спасибо вам огромное. Я была очень тронута. Честное слово. Юра, ты почему молчишь, ничего не говоришь? Слушаю тебя. Тебе тоже понравились комментарии? Да, хорошие комментарии. Лариса, нам написали хорошие комментарии. Ну, я когда сама увидела, я была в шоке. Знаете, я, наверное, Лариса, сейчас... Лариса, я хочу к тебе в шок. Иу, ты не, у нас не получится. Я хотела вам сейчас такую историю рассказать. Наверное, она сейчас будет в тему. А, нет, сначала я затрону, как бы сказать, непосредственно про человека. Не буду говорить, но пишут там, и некоторые комментарии пишут с ошибками. И мне вот совершенно без разницы, что они с ошибками. Пусть они хоть как там писаны, я их пойму. Доброту человека можно понять и с ошибками. Я застряла. Мы, в конце концов, же не на диктанте, чтобы писать все грамотно. Мы просто люди. Поэтому мы общаемся. Я хотела рассказать историю, когда я первый раз поехала к дочери. Конечно же, это видео о томатном соке, но так как у нас уже организовалось, как сказать... YouTube-сообщества нет. Фан-группа. Да. Звезды канала Юрия и Лариса Иванова. Ну вот. То, пожалуй, я поделюсь с вами этой историей. А может, она выведенного яйца не стоит, но мне она запала в душу до сих пор. Я когда первый раз поехала к дочери, я, честно сказать, не бум-бум по-английски. Ну, я, конечно, знала excuse me, что там еще, help me. И еще что я знала? Хай, я знала. Ну и так, некоторые слова. Ну вот.
Когда я летела в самолете, на обратном пути уже, я не про туда дорогу я сейчас не рассказываю, я про обратный путь. И со мной вместе в самолет села женщина. Она была... Из Африки. Ну, ты уже тоже помнишь. И меня поразила просто эта история. Мы сидели с ней рядом на креслах. И... Она африканка, я русская. Да, мы абсолютно говорящие... мы люди, но мы говорили на разных языках. И вы представляете, мы с ней общались. Каким образом мы с ней общались? Это было удивительно. Ну, какие-то слова она мне говорила, какие-то я. И мы поняли друг друга, что я была у дочери, и она мне рассказала, что она тоже была у дочери, и что дочь ее родила девочку. А я рассказала, что моя дочь родила мальчика. Ну, мы пообщались, она мне предложила свой ланч, достала, разложилась. Еду. Все как положено. Ну, я, конечно, культурная отказалась, но она... Сильно так не настаивала, но предлагала. Потом она взяла заботу обо мне. Так как я не знала английского языка, мы с ней, прилетев в Миннеаполис, она, значит, куда-то бегала за чемоданами, она мне сказала, вот выйдешь и стой, и жди меня. Я ее поняла хорошо, что нужно ее дождаться. Тут я жду, ее нету. Думаю, ну сейчас я опоздаю на самолет, как быть? Надо уходить, наверное, она про меня забыла. Я беру свои чемоданы, качу их, значит, по вокзалу, по аэропорту. И она меня нагоняет, догоняет, говорит, ты зачем ушла? Мы с тобой вместе должны пойти. И она взяла опеку надо мной, довела меня до места. Вот где она со мной распрощалась, там, где ее конечное пребывание, ну, место было, а мне еще дальше надо было идти. Так она мне еще перепоручила человеку, объяснила ему, что мне надо туда-то и туда-то, в какой-то терминал, чтоб он взял на себя ответственность, и он довел меня до этого места. Так этот человек тоже, значит, посадил меня на автобус, там нужно было переезжать, пересаживаться, и тоже попросил следующего. Вот вы представляете, какая человеческая доброта. И так я дошла до самого места пункта назначения, не потерялась, не заблудилась, так... и при этом я не знала английского языка. Так к вопросу о том, как ненавидят россиян за границей, да? Нет, это не к вопросу, это о том, что люди, добрые люди, есть везде встречаются, и их большинство. У меня, конечно, много историй. Сегодня вот, например, история... Я в больнице с утра была, устала, как собака, извиняюсь за свой лексикон. Мы привыкли не ценить время ни свое, ни чужое, поэтому нас заставляют бегать. Уже бы за неделю можно было пройти то, что я уже 2 месяца прохожу. Сегодня уже я пошла к заведующей и, наконец, прошла рентген, в который я ходила 2 месяца, не могла попасть. По звонку... Была решена моя проблема. Мне сделали снимок в 2 проекциях. Нет, ну вы представляете, ребята, вот вообще, как такое возможно? Ну вот, возможно, оказывается. Какая добрая заведующая? Она тоже оказалась доброй. Видео вообще... После 2-месячного обращения? О томатном соке. Да. Девочки, видите? Заведующая оказалась доброй. Девочки. Представляете, 2 месяца ходить, долбить и долбить, а потом, ой, как хорошо. А у тебя случайно... Её просто не было, она была в отпуске. А у тебя случайно не стокгольмский синдром, девочка? Нет, мальчик. Ну ладно. Так, смотрите, я уже сколько их начистила. Я, видите, как кожицу очищаю. Чищу, как картошку. Ну вот смотрите, какая тоненькая кожица на помидорах. А вот эти помидоры оранжевые, как солнышки, которые такие яркие, вообще обалдеть. И они такие сладкие, их когда солишь, вот просто хочешь салатик подсолить, их невозможно насолить. Это надо столько соли высыпать. Поэтому уже кушаешь как есть, ладно, закрываешь на это глаза.
Я, кстати сказать... А вот из этих кожурок что ты будешь делать? А я их, это, собаки сварю. Понятно. Видишь, ничего не пропадает. Хорошая хозяйка. Не говори. Я уже их там отделила. Я взяла и... Сюда, покажи, пожалуйста. Я их придавила, ну, чтобы побольше вошло. Я же их буду кипятить сейчас. Угу. Ну, все, я показала сейчас процесс, как я их очищаю. А когда я их поставлю варить, я снова включусь и покажу вам.